Научно-практическую конференцию врачей посвятили памяти Николая Стороженко, который занимал пост президента Национальной курортной ассоциации. Здесь медики ежегодно делятся своим опытом, новыми научно-методическими разработками, практическими наблюдениями и результатами деятельности. В этом году у нас выступают и академики, и доктора медицинских наук. Поэтому считаю, что эта конференция, она украшает ту ярмарку, которая у нас проводится. Она привлекает новые научные силы. Она просто необходима для развития нашего курорта. Организаторы форума – сотрудники санаторно-курортного комплекса «Дилуч» и Анапской региональной курортной ассоциации. Они прилагают максимум усилий, чтобы в конференции приняли участие не только врачи Анапы, но и других курортов, здравниц, оздоровительных предприятий и научно-исследовательских учреждений Черноморского побережья, а также ведущие ученые-курортологи нашей страны. Здесь много профессиональных новшеств, различных методик, как их применяют, какие схемы применения лечения в различных здравницах, потому что, может быть, возможности есть во многих учреждениях, но методики имеют свои нюансы, поэтому всегда это полезно и интересно. В работе конференции ежегодно принимают участие ученые с мировым именем. Они готовят доклады по проблемам курортологии. Анапа – единственный курорт в России, где ежегодно издается сборник материалов научно-практических работ врачей. Доктора готовят, исходя из результатов своей работы. Это нововведение в курортном лечении. Это интересный случай практики, это опыт оздоровления, лечения, новые методики, диагностики и лечения. Врачи-специалисты в области санаторно-курортного дела из года в год оздоравливают и лечат взрослых и детей на российских курортах. А помимо всего, находят возможность заниматься наукой, собираться на различных научных конференциях. И город-курорт Анапа тому пример.